Меня зовут Арсен Акопян. Мы с удовольствием, вот Юлик нам передал эстафету. Мы его немножко в конце, так, удивим. Мы так решили. Следующая песня «Моя любовь, останови меня». Это я уже говорю название следующей песенки. Написал ее очень знаменитый в Италии Фред Бонгусто. Он в течение 50 лет выступал на сцене итальянской. Его, это из тех имен, которые в Италии знают все. У нас, к сожалению, он очень мало известен. Вот мы восполняем эти пробелы в знаниях. Мы решили, вот мы когда готовились к этому выступлению, мы долго думали, надо же как-то вот, я не зря тебя, Юлик, расспрашивал, что, о чем ты будешь немножко рассказывать. Вот, ну, я воспользуюсь тем, что я заранее узнал, что ты будешь так, рассказывать, ну, хотя бы этапом. Вот эта песенка нам, как бы, мы специально ее подобрали. Ты сегодня уже высказался о любви к этой стране. Вот мы не могли обойти, да, стороной эту страну. Вот это рекорд.
Сегодня свернусь без грехов, Субьендо по горе Неро, Портиру и жре, Вознанье Петрекво, Я яху от земли, Ареста Диос. Аллилуйя! Thank you.
Ай, дичину поймай, ай, виграй, Бугман как ракуна, Муси как люкоркуре, На культиве суть, Умью почет, виграй, Воль бедрайки в сердце, написал, отпустил, и все, и оно уже не твое. Вот точно так же происходит с песнями, точно так же происходит со стихами.
взломят вас, мой милый друг, осядет пыль сезона театральный. Усталый миг сотрет с лица ненужный грим, сорвет перчатки с рук. Даже тенденция, когда берутся библейские, по сути дела, тексты псалмов, и вот делается некая обработка. Вот мы хотим вам предложить вместе с Владом вот наша обработка этого. Музыка не наша, конечно, но, тем не менее, наша версия этой песни. Называется она «Шебихи Иерушалам». Сам текст псалма, он можно все свести в одну фразу: «Иерусалим, восхваляй Господа».
песня написана в 1941 году американской авторшей Кэтрин Дэвис. Достаточно давно написана песня. Она была руководительницей нескольких детских хоров. И вот для них писала разные песни. Вот так она стала композитором. Видимо, не хватало музыкального материала. И как это часто бывает, вот хочется как-то и самовыразиться. Вот она выразилась тем, что начала писать тоже сама разные песни. Ну не только песни. Ей написано, например, 7 опер, несколько симфоний. Вот. Но возвращаясь к этой песне, называется она очень, мне кажется, символично «Маленький барабанщик». Oh,
walks and let get time. Pa-ra-pa-pam-pam. It's the love of the большой друг, зовут его Альково Тион, кому интересно, могут в сети найти это имя. А вот у нас с ним один есть такой проект общий, он пишет стихи, я их читаю. Вот одно из таких стихотворений. Я извиняюсь, что буду сразу подсматривать текст, просто не мое. А там за углом был рай. Но ты так спешил домой, где мама ставила чай на скатерти с бахромой, где лаял смешной щенок, виляя хвостом у ног, и не был назначен срок, и ты был не одинок. А там за углом был рай, но гнали тебя дела. Ты прыгал в пустой трамвай и в нем выгорал дотла. Жена не ждала назад, работа проила плешь, и все было не в попад, но где-то лежал рубеж. А там за углом был рай, но было уже не дойти. Ты часто твердил «прощай», но чаще шептал «прости». И слабость старческих рук сжимала последний май. Но мир уже мерк вокруг, а там, за углом, был рай. Обещал объявлять, если песня будет моя, вот да, еще одна моя песня. Oh, yeah.
Кстати, если у вас будут какие-то идеи насчет названия нашего творческого дуэта, мы будем вам очень благодарны, потому что мы пока в процессе. Мы никак не можем. У нас очень много вариантов. Поэтому добавьте нам, что, может, какой-то вариант будет, который будет настолько весомый, что мы скажем, о, оно. Ну, я уже хватит, наверное, говорить. Хотя не буду объявлять, а то будет понятно. Песня называется «Горный ветер». Субтитры сделал DimaTorzok.
64 года, вот, дай бог всем нам, даже не то, что написал, а спел в первый раз. Вот, дай бог, чтобы у нас был такой творческий потенциал, такая тяга, ну, все, вот, все, что называется. Можно много слов этому придумать, но вот, проще скажу, дай бог нам в 64 года вот спеть такую песню, которая стала, ну, я считаю, знаковой в его творчестве, хотя он уже очень давно поет. Это мы все про того, мы все про третьего. Come on, save you too.
Спасибо еще раз всем, что вы пришли. Очень рад был вас всех видеть. Вот. И на этом очень творческий вечер. Если у вас никаких вопросов нет, как до следующего? Ну, можно завтра. Спасибо еще раз. Внимание! Огромное спасибо Арсену, Вану, всем, кто помогал нам, всем, кто, нашим операторам, которые нас снимали. Наверное, что-то получится у нас, мы потом увидим еще раз. И еще раз спасибо всем. Спасибо.